Меня зовут Бушуй Вячеслав, я руководитель ландшафтной компании. Вашему вниманию я хочу представить липа мелколистная. В данном случае она идет обхватом ствола 8-10, есть некоторые экземпляры 10-12. Высота у нее начинается от 2 метра. Вы можете увидеть, что очень уже интересная крона. Вот, дерево подвязано, все деревья подвязываются на бамбуковую палочку для того, чтобы был идеально ровный ствол. Вот, проводятся все обработки от болезней, от вредителей. Вот, и также обрезка по сезону. И